Друзья, всем привет! В этом видео сделаю обзор профессионального монитора от компании MSI, который подойдет хорошо для работы с программным обеспечением, фотографиями, видеомонтажом, работы, офисных задач. У меня на обзоре модель на 23,8 дюймов, но не спешите переключаться, еще эта же модель бывает и на 27. Ссылочку на этот монитор, на подробные характеристики и где заказать его онлайн по выгодной цене я, как обычно, оставлю в описании и закрепленном комментарии. Поставляется в следующей упаковке, модель называется Pro MP242P, а версия на 27 дюймов называется Pro MP271P. В комплект входит подставка с двумя винтами. Далее идет документация. Здесь, кстати, сразу в документации перечислено две модели, это на 24 и на 27. Здесь сразу можно посмотреть, как монтировать ножку, подключение и порты. Также в комплекте идет кабель HDMI на HDMI. И кабель питания монитора. Основная ножка, при помощи которой можно поворачивать монитор вертикально, горизонтально, изменять угол наклона и также делать повороты монитора влево либо вправо. И 4 винта. Ну и, конечно же, сам монитор. Перед выбором монитора я сомневался, взять ли мне этот вариант на 24 дюйма, либо доплатить и взять на 27, ведь разница в цене незначительная. Вот и в магазине я уже поставил рядом два эти монитора и понял, что для моих задач, это видеомонтаж, Photoshop, документация, интернет, мне достаточно и оптимально будет 24 дюйма эта модель. На 27 вариант для меня был большой, и как я считаю, на 27-дюймовом мониторе будет неудобно работать. 27-дюймовый монитор будет оптимальным, если смотреть фильмы, плюс играть в игры, то тогда можно уже рассматривать вариант и на 27 дюймов. Для сборки монитора понадобится всего лишь крестовидная отвертка. Кстати, здесь можно и крепление подключать стандартное для кронштейна. 4 винта просто-напросто закручиваем. Далее берем подставку, здесь 2 винта, отвертка уже не понадобится. На подставке предусмотрено 6 прорезиненных ножек, чтобы не скользил по поверхности. Итак, подключаем кабель. Что мне понравилось, что кабель питания идет стандартный, нету дополнительного блока, блок питания встроен в монитор. Не будет занимать дополнительное место на рабочем столе. Далее разъем HDMI, VGA, 3,5 мм это аудио вход, здесь 2 динамика и разъем для подключения наушников. Есть отверстие для подключения замка и 4 кнопки управления. С обратной стороны однозначно это неудобно, но поверьте, друзья, они и не понадобятся, потому что есть специальное фирменное приложение, при помощи которого все основные параметры можно накручивать из приложения. Далее все покажу и расскажу. Вверху расположено 2 динамика по 2 ватта, но тут стоит отметить, рассчитывать на них особо не приходится, потому что звук достаточно плоский и слабоватый. Кстати, звук сразу передается через кабель HDMI. Если будете делать подключение через HDMI, то отдельно подключать кабель 3,5 мм для передачи звука необходимости нет. Для чего хватит этих колонок, негромко послушать, допустим, музыку на фоне, не более. Вверху справа наклейка, на которой перечислены основные фишки, давайте быстро расскажу. Это защита глаз, здесь предусмотрено снижение синего света и предотвращение мерцания, чтобы меньше уставали глаза и можно было комфортно работать более длительное время. Хорошая эргономика, приложение, при помощи которого можно делать калибровку и настройку, и встроенный динамик. Чтобы не путались провода, их удобно пропустить через ножку. Кстати, обратите внимание, какой у меня очень компактный мини-ПК, с производительности которого достаточно для повседневных задач и стоит недорого. Здесь сразу установлен и Windows 11 Pro версия, много интерфейсов, разъемов. Кому интересен полный обзор, ссылку на это видео, друзья, я оставлю в описании. Я этим монитором пользуюсь в комплекте вместе с этим мини-ПК. Не занимает много места и производительности достаточно для повседневных задач. Посмотрим на эргономику. Мне понравилось, что этот монитор можно поднимать вверх, опускать вниз, как мне будет удобно. Далее изменять угол наклона, делать его больше либо меньше. Поворачивать монитор влево-вправо, не двигая подставку. И классная фишка, делать вертикальное отображение. Будет полезно, если читаете много текста, будет его много помещаться для работы в Photoshop, допустим, презентаций.
смотреть видео шортс вертикального отображения. И классно то, что в приложении монитора все удобно реализовано и можно устанавливать вертикальное отображение буквально в один клик. Рекомендую на официальном сайте скачать драйвера установить, потому что по умолчанию монитор определяется как стандартное универсальное устройство. И вот оно само приложение, которое называется Mini Display Kit, которое также можно скачать на официальном сайте компании MSI. Первый раздел — это разделенное окно. Здесь можно выбрать макет разделения окон. Давайте покажу пример, как это работает. К примеру, я настроил макет для открытия папки вот такого отображения. И для видеомонтажа мне, например, удобно, когда я переключаюсь между папкой с файлами и проектом. Вот таким вот образом мне будет удобно переносить на таймлайн. Этот раздел можно применить для определенных окон и здесь посмотреть, как это будет отображаться. Далее, вот это поинтереснее уже экран. Ориентация. По умолчанию идет пейзаж, это горизонтальное отображение. Если мы выберем портрет, то обратите внимание, какое идет отображение. Как раз таки под вертикальное отображение дисплея. Вот таким вот образом тогда у нас полностью меняется картинка рабочего стола. Адаптируется под вертикальный режим. Далее, разрешение. Разрешение здесь Full HD 1920 на 1080. Частота обновления по умолчанию установлена стандартная, но лучше поставить 75, чтобы снизить нагрузку на глаза, частота обновления будет повыше. Битность 32 бита. Настройка цветов. Здесь, если вы работаете с графикой, фото, видео, то можно сделать калибровку цветов монитора. Какие параметры можно отрегулировать? Гамма, далее уровень, далее яркость, контрастность. Это у нас все. Также можно отдельно красный настроить, зеленый и синий. Это личные настройки. Также есть предустановленные режимы. Стандартный, игровой, FPS. Следующий, например, кино. И забота о глазах. В этом режиме идет минимальный уровень синего света. Вот таким вот образом, друзья, очень порадовало, что есть возможность настраивать по яркости. Монитор яркий, я никогда на максимальной яркости не пользуюсь, буквально где-то на процентах 45. Но я не люблю яркие мониторы. Далее, друзья, сервис. Здесь можно настраивать скорость перемещения указателя мыши, скорость выполнения двойного щелчка, вертикальная прокрутка, экранная клавиатура есть. Далее, настройка питания, автоматическое выключение, электропитание и сон, электронная лупа, увеличение есть возможность сделать, а также уменьшение. Подключение беспроводное, если у вас компьютер поддерживает беспроводную трансляцию, здесь удобно можно нажать на кнопку. И проецирование, к примеру, будет, если проецировать на тот же проектор, либо подключать и монитор, и ноутбук. Так, друзья, еще включился, вот из минусов могу отметить, это обратите внимание, если его вплотную к стене пододвигать, то благодаря такой конструкции ножки имейте в виду, что отступ где-то будет около 16 сантиметров от стены. То есть вот таким вот образом. Если у вас короткий стол, то учитывайте это, что возможно он вам не подойдет. Здесь, друзья, если подвести итоги, то это профессиональный монитор. Здесь можно сделать калибровку цветов. Мне понравилось и важно, что можно монитор отрегулировать под себя. Я обычно повыше люблю делать и приходилось на старом мониторе там подставлять книги. Здесь же не нужно, здесь уже предусмотрено все подставкой. Ну и если вертикальное отображение тоже удобно, кому-то показывать какие-то картинки, шортсы. Я же себе брал этот монитор для видеомонтажа, для работы с фотошопом, для работы с текстом. И с этими задачами этот монитор отлично справляется. Конечно, можно и поиграть в игры, посмотреть фильмы, но если будете смотреть фильмы, играть в игры, то можно рассматривать вариант на 27 дюймов. Ссылки на вариант на этот, на 24 и на 27 я оставлю в описании под видео. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем пока и до встречи в новых видео.